дия. Сейчас надо это все сложить в корзиночки, чтобы донести. Так, что же, вот это я сюда положу, пироженки сюда, что-то маловато места. Ой, точно, у меня же есть огромная корзинка на колесиках, сейчас я ее прикачу. Так, в нее у меня точно все влезет. Заранее приготовила коврик, на котором мы будем сидеть и кушать. Сейчас надо все достать, аккуратненько разложить. Лисичка, смотри, какая у меня новая тачка. Пойдем прикачу. Киша, а как же мой пикник? Я вот тут уже все разложила. Да мы ненадолго. Ну давай, с удовольствием. Соня, смотри, сколько здесь всего вкусного. Я так кушать хочу. Так давай поедим. Давай. Кеша, может мы не поедем в эту траву, а то застрянем. Да мы поедем, у меня мощная машина. Все-таки мы застряли. Ну я ее вытащу сейчас. Вот и все сделано. О, Кеша, да как же это? Смотри, кто-то все съел. О, говорилось, не надо было оставлять. Не бойся, лисичка, я найду, кто это сделал. Саня, Соня, а что вы тут делаете? Так живот болит. Мы переели. Так это вы, значит, все съели. Да, все это понятно. Мы. Пожалуйста, дай нам таблетки. Сейчас я вас отпою. Есть у меня тут одно лекарство. Оно вам быстро поможет. Ой, фу-фу-фу, невкусно. Какое горькое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, наверное, лекарство подействовало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, у меня, походу, тоже. Нужно быстрее бежать. Ой-ой-ой, Соня, двигаться мне тоже нужно. Интересно, что же она за лекарство нам дала? Самое эффективное лекарство. Будете знать, как переедать. Подписывайтесь на